недель. Ваху присыть тебя в очередной серии Metal 3. Сегодня в выпуске я расскажу о своем альбоме Rebirth. Возрождение. Это ремикс на альбом. Легендарный альбом моей команды Stone Wood Rectoid Abort. Вот так, да. Меня подарила девушка. Вот одна классная была девушка. Замуж вышла, к сожалению, да. Родилась у нее куча детей, блин. Ну, я был первым. Так что, блин. Вот. Так, вот этот альбомчик. Так вот он выглядит. Издание, фотографии мои. Короче, смотри, сегодня... Павло, приветствую тебя. Пиши в комментариях, как твои дела. И мой личный секретарь, возможно, их опубликует, если они будут конструктивны и в тему. Становись моим миллионным подписчиком. Вот. У меня миллионы просмотров на канале. Вот. Google меня поддерживает. Так сказать, борьбу с христианством. Да. Вот так выглядит диск. Это мои фотографии закатов. Ссылочка на промо-версию для ознакомительных целей этого альбома. Сейчас появится вверху, вот здесь вот. И там ты увидишь фотосет моих всех. То есть этого оформления этого диска. Сори, я сегодня с утра сейчас снимаю. Вот пока не жарко. Да, кстати, значит, этот альбом был записан, все инструменты были записаны в 2002-2003 году. Я на ритм-гитаре, идея моя, на барабанах Hammer Drums, Николай Состин, на басухе Жека Громадов, на соло-гитаре Дмитрий Черниченко. Вот. В оригинале этот альбом был спет на русском языке Джекой Громадовым. Но у меня сохранились... Писал же это мой альбом, писался он у меня. У меня сохранились минуса, я их немного отреставрировал. И в 2018 году, по-моему, или 17-м, в 2018, это переиздание репресс 2020 года, офигенное издание, картиночка, ты уже увидел, какая там офигенная. Вот. Стоит такой диск 200 гривен. Вот. Тут перепел на английском языке, перевел родослов. Кстати, он готовит кавер-версию этого альбома в своем проекте Бетула. Вот. Все. Пока-пока. Подписывайся на канал, ставь лайки. Пока-пока.